мы видим кадры, как Себастьян Ожье перед началом Кубка чемпионов устроил показательный заезд за рулем Volkswagen Polo. Это, ну, скажем так, предварительная версия того, что выйдет на старт в 2013 году, на старт этапа чемпионата мира по ралли Polo WRC. И это первое, опять-таки, первое публичное появление Себастьяна Ожье за рулем Volkswagen на публике. Мне кажется, Volkswagen ему очень идет. Гармонично он смотрится в этом автомобиле. Да, были проблемы у него внутрикомандные с Себастьяном Лёбом в этом году. Но чертовски сложно быть коллегой по команде Себастьяна Лёба.